идем в эпицентр. И в эпицентре посмотрим, как там украсили к Новому году, и, возможно, возьмем чемодан. Но как минимум посмотрим размер. Елочки уже поставили. Обычно каждом году там типа как снежок падает. Грили. Дрова. Сейчас это очень актуально. А почем? 100 гривен. А это 100 гривен за? Дрова 100 гривен. За одну штучку? Ну, за сеточку. Угу. Вот смотрите, типа такая беседочка. Какой-то зайчик или что это. Ну вот, выставили игрушечки, Дед Морозы. А почем? Мороз 1200. Добрый вечер. Добрый вечер, 1200 Дед Мороз. Смотрите, темно, потому что Эпик работает на генераторе, и поэтому они экономят. Вот какие-то звездочки тут. Что-то вот такого плана. Подписка с Анчатой с декором. Вон шарики. Какие-то вот такие штучки, конфетки, что за эти? А вон там дальше гирлянды светится, да. Это трафареты какие-то. А, тут вон, смотри, это типа как трафаретик, это на окошке. Да, 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 а да. Еще тут есть то же самое, то, что у нас дома уже. Самые лучшие декорации. А, да, но мы в ВТБ такое понакупали, ничего себе, 48, мы подешевле покупали. На окно прилепило немного разовые классные шарики. А, ну они пластмассовые. Это чем? 30 гривен одна штучка. Ну, красиво выглядит, они перебываются. Водюша кипишует. Вот смотрите, тоже игрушки, а это уже стеклянные, ну туда, ну и по ценам уже отличаются заметно. Вот такие а, это вообще какие-то эти пенопласты. И почем пенопласт? 22 гривны, капец. Ой, смотрите, какие красивые. Это стекло, 103 гривны одна штучка. Вот такие наборчики есть. Это пластик. 1240. Ой, смотрите, вообще такая игрушечка. Я не знаю, кто это, гномики. А цена? Цена указана, нет, цена не указана. Ну, короче, вот такой гномик, наверное, в районе 1000 гривен тоже будет стоить. И такие вот стоечки. Если дикий цены, вот дикий. Ой, смотрите, ну красиво. Вот тут обычно сверху снежок падает. Красота, конечно. Кисюнь! Кисюнь! Ты зайка який? Зайчик який. Одюша, диви зайчик. Це ведмедик. Вот смотрите, зайчик какой огромный просто. А это просто поставили так, как декор? Или он? Или он продается? А нет, он продается. Наверное. Не знаю. Олени, вот такая елочка. Ну чисто вот. Свечка? Ну давай, пахнет она на 1269? Нет, она не пахнет. На 1200. Нихера. Смотрите, елочка. 1500 гривен, вот такая вот елочка. Вон уже конфетки появились, как наборчики. Вот такая елочка. 2900, но это просто с шишечками. Да, с шишками. Шарики в это не входят, а шарики так для красоты. Вот такая елочка. 7900. 2200. Вон тут белочки разные есть. Вон человек поработать пришел. Света нет в компьютере. А вон тоже сидят, греются. Смотрите, какой столик. А, 55 тысяч столик. Вон там товар знайшов. А там люди сидят, есть что-то снова. Там кто-то просто погреться зашел, точняк, в интернет да. Ловит. У них тоже подушечки есть. Нам надо такие были, была подушка, точнее, покупать. Подушки, да. Мы когда Вадику бот такие искали в кроватку, надо было вот что-то такого плана купить. Только цвет немножко другой. Это вообще на стульчике. Вешается вот что-то вот такого, да, вот это мягенькие, плотненькие, только чтобы со всех сторон. Сколько стоит? Сколько стоит такой самый дешевый стул это, для кстати, метро? Когда тревога, то люди в метро вот такие стульчики берут. Ну, я не знаю, гривен 100-150. 650. Это тут уже что-то для детской попы. Это что? 650. О, смотри, это дрова. Подешевле. С
здесь то, как и там, а здесь 84. А чем она отличается? 15 кубометров, и тут 15. Может быть, сосна. Надо же мне смотреть на самих людей. Сосна у нас осмолой идет. Я опа. Не стрелять будешь. Дай туда. Чемоданчики. Вот мы, в принципе, за этим... Это нет, мне кажется, это тоже все дорожное. А, ну да, для косметичек, но дорожное. Вот так. А вот это, смотри, вот это вот самый маленький, как я понимаю. Эсочка, да. 57. И сразу размер этот удобный. Видишь, что можно подержать. Это, допустим, вот такой нож такой, как будто, ну, кажется, что тут есть. Что, зайчик? Достать хочешь? Да. Вот, это Вадюша не очень любит просто сейчас. В коляске, мы обычно коляску берем на сон, либо потому что когда там гололед, то он не сможет нормально на машину идти, он просто навернется. Так, ну я кто-то чемодан купить. Так, вот есть такой. А, ну в принципе он и по размерам как-то нормальный. Я думала, а он будет... А, нам все равно такой маленький будет, походу. Нам надо побольше, наверное. Но это огромные. Вот эти чемоданы классные, маленькие, то, что там 55 на что-то там, вот эсочка. Они в аэропорт как ручная кладь могут идти. Но нам для наших шмоток надо бы побольше, если честно. Вот такой. Цвет и цена. 999 размер. А, так это тоже маленький. Только там 55, а тут 56. Ой. Надо, знаешь, еще, кстати, по ручкам смотреть. Хорошо. Довольный. Да ладно. Смотри, вот, допустим, вот такой. 1950. Ну, я образно говорю. Ну, надо ручку выдвигать и смотреть, как оно по росту будет. Вадюш, идти. Как тебе по росту? Ты ж будешь нести. Ну, отлично, мне подходит. Он не маленький? Не, ну, мы, конечно, больше будем смотреть. Но я просто говорю, что неплохо. Складай, молодец. Вот смотри, сравни. Вот это 55, а вот это 56. Мне кажется, Вадюш, давай поставим побольше место. По росту. Ну, да. Кстати, такие... смотри, это ты дешевле. Есть, да, вообще, за 4,9. Ну, видишь, тут ручка вот такая, надо сразу. Все, играется. Кисюня, нам же не надо какой-то крутой, знаешь. Там, не, мне надо со стразами, чтобы... Со стразиками, ну так сразу нам надо выветонить, раз такое дело пошло. Здесь, чуть-чуть. Конечно, ручки, наверное, поменьше. Хочешь, можно? Давай, гремняем. А, ну там колеса в этом получше, мне кажется. Вот в этом? Да. Вадюня. Нормально? Нормально. А, ну по росту поставь. Ну да, видишь, в этом ручка больше, длиннее. А этот просто сам по себе по росту еще больше. Теперь второй критерий. А вот смотри, вот такой, но это побольше. Цена. Есть... Да, авария. Вадюша себе выбрал. Это по... А какой размер тут у него? 60. А, ну, а вот тут 54, 56. То есть... Ну, видишь, ну, да. Вон, обычно вот, люди вот такие вот берут. Что там? Чемодан? Выбираем тебе? Смотрите, еще какие-то такие есть. Ну, это пластик. Я не знаю по поводу пластика на самом деле. Я боюсь, что он где-то потрескается. Если честно, и цена даже, ну, может, написано, но... Ой, вот эти вообще такие прикольные, смотри. Да, с чувачками. А, ну это даже еще меньше, это 48. А смотри, такой момент, ты приезжаешь, мы взяли вот такой чемодан, он попросил достать. Угу. Кстати, молодец. И в итоге выходит так, что этот чемодан тоже не ап ведревай. Фирмы, тоже ап, но при этом, видишь, у него цена вот такая. Но размер 60. И заметь, у него 56. Этот, заметь, он такой материал какой-то, блин, как пластик, ручки. Но я боюсь, я не знаю, почему ты знаешь, прям вот такой пластик, брат, что он треснет. Ты говоришь, что наоборот, вот такой вот, наоборот, не трескается, что он, типа, продефонируется и обратно вернется. Ну, я не знаю. Я не знаю, мне почему-то вот этот больше нравится, и по размерам, и он такой мягкий. Этот, конечно, посимпатичный выглядит. Конечно, можно нас таких. Давай, ховай. Ховай оцей, чтобы меньше чемоданов было. А, так они еще разных цветов есть? Да, сейчас
выбрать. Ну, мне, если честно, вот это больше нравится. Ну, зеленый типа... хаки, да, как раз это. Вот это тоже спрячь куда-то. Вот это туда. Они, на что моделька. Колесики круто. Вот я никогда не думала, что так тяжело будет чемоданы выбирать. Это какой размер у него и какая цена? 1950. 55. Это все равно больше. Хочешь червоный? Давай червоный. А ну кисень, открой, будь ласка. Вадюша, давай мы не будем ломать. Пойдем, нет. Давай до тата. Ленис, мы зараз будем открывать чемодан. Ну, как резинка, типа и молния трохи. Просто как угол дома. Я руками. Угу. Ну, нам по размеру подойдет такой? Да, я думаю, да. Хочешь, можно больше повезет. Ну, я не знаю, стоит ли больше брать. Я думаю, такой. А ну да, я возьму в руку. Это максимум ручка выдвигается? Да. А тебе комфортно будет? Да, комфортно. Я же его буду вот так вот тащить. По-любому вот так. Он там уже что-то шарится. Ты печеньку взял. Так может на коляску сядешь? Нет? Вот так. А с чего? Они на колесиках не будут удобно? Ну, открой ручку, посмотри-ка на колесико. Вадюша, нормально? Да, нормально. Все, отлично. Сейчас мы тогда цвет выберем. Все, сейчас мечи просто по всему эпицентру будут. Тогда вот тебе все прячь. Сбоку прячь. Короче, мы определили. Будем брать вот такой вот. Вот. Сейчас только мы... Это эмочка, это средний размер. Мы открыли большой. Точно такой же, вот только синего цвета. Не доставай, пожалуйста. Вот. Но мы его открыли, он прям очень огроменный. Это вот если семья, я не знаю, там может 4 человека, тогда он, да, отлично будет. А вот эта эмочка средняя нам подойдет. Вот есть синий цвет, и есть вот такой какой-то, я не знаю, это бронза. Ну, как коричневый, но выглядит как бронза. И мы подумали, что, наверное, такой, потому что он мини-марки, мы большой вот такой доставали. И он уже там в пятнах был таких, что оно не оттирается. Но это не пластик, это ткань. Ну, пластик, понятное дело, тоже там есть. Цена 2500. Сейчас мы просто посмотрим, какой из них из двоих лучше. И будем брать. А все, а там уже, блин, так, ну все, мы определились. Он, Вадюша, уже везет чемодан. Сзади лодку подвешивают. Вот. Это что, это термо? Или кисовочек известный? А, самое главное уже. Едок. Боже, мы вчера сидели, света не было. И... Я видео сортировала. Там уже на 5 влогов, я не знаю, когда просто это все монтировать. Сейчас я этот, вот это вот снимаю. У нас конец ноября. Я не знаю, когда вы это видео увидите, если честно. Сегодня, по-моему, 28 число. Реально не было света, так хоть все поразгребали. Именно в плане видео я посортировала. Ну, вы их увидите раньше, чем, по крайней мере, вот это. Какие-то пахучечки. Давай. Я тоже хотела сюда зайти. Это отдел машины. Это мы тут чехлы покупали, да? Да, тут чехлы покупали. Вот. Вот это фирма, наверное. Вот сам чехлы? А, вот. 1500. Это 2 или это 1? На сиденье 3. Короче, нет, 2 штучки или 1, я не знаю, там 800 гривен. Там лист звукоизоляционный. Я не думал, что она такая тяжелая. Ага. Так, что это вообще такое? Киломки текстильные универсального авто. Это под ноги, наверное. Боже, я там вообще всем не разбираюсь, но эти запахи, это, конечно, что-то с чем-то. Не люблю. Мы уже самые старшие. Сейчас, и сегодня сейчас тест-драйв проходит чемодана. Касочка. Ну да, нам в принципе что? Сейчас, чтобы ничего на голову не упало, надо касочка. Ой, какие-то эти. А, это рукавички рабочие. Не резиновые такие, я подумала, это обычные. 54 гривны. Ну блин, немножко факт одноразовый выходит. Так, Вадюсик, будивельный, бери. Вау! Боже, тут такое освещение, конечно. Но это лучше, чем... Ой, такие перчаточки прикольные. Вроде бы резина, вроде ткань. Я не знаю, 42 гривны.
старший поехал. Ой, это мы когда ремонт в ванной делали? Это мы когда ремонт в ванной делали, мы какие накупали там? Да какие-то такие, вот чтобы. Мы брали самые дешевые. Да. Не, ну подожди, мы не самые. Это самые дешевые это. Вот такие вот мы брали такого типа план 26. Да, мы когда их брали по 12. И чтобы они не скользили. С двух сторон про резину не убили. Резиночка наперед, чтобы не резинил инструмент. Да, да, да. О, калошики. 138. Да, а это что? Это пылесосы Керкер, крутые. Ну, для строителей, смотри, что резетка даже для инструмента есть. Угу. Какие-то штучки, это, наверное, в машину куда-то заливать. Да. А это слева? Слева. Проезжала машинка, мы запрятались. Ну как мы, я как обычно по сторонам смотрю. Ой, вот лампы такие. Ну наподобие такой, только они, по-моему, с другой стороны. На потолок хотели повесить. У нас же на потолке, наверное. Прикинь, допустим, 1030 гривен одна штука, а нам надо их более 12 штук. Это минимум 12 тысяч только на одну штуку. Это ж у нас же висят просто эти лампы, скрутка. И мы же хотели же ремонт делать как-то вот летом. Но началась война, мы пока не видим, что в ремонте. Мы хотели, как ремонт сделаем, вот такую лампу повесить, потом, чтобы она была разной подсветочки. Там люстры. Раньше же люстры так все горели, а сейчас видишь, как. Ну и правильно. Экономим. Давай, ну, Вадюшек, не роби так. Все, пойдем, Вадюш. Давай далее. Давай. Смотрите, еще лампы какие. Там 1000 гривен, допустим, такая. Это сенсорная. По-моему, сенсорная. Сейчас преимущество будут лампы, которые, я не знаю, заряжаются. И которые от пауэрбанка. Можно от USB провода. Что от резетки? Сейчас они не актуальны. Или вообще, которые с солнечной батареечкой. Но они, конечно, будут стоить не 1000 гривен, а намного дороже. Чайнички у нас такой, наподобие такого чайника дома. У нас охренительный чайник был. Ему стало плохо. Вот. И мы сейчас, в принципе, раз в месяц меняем чайники. Судочки такие. 49, 57. А что это за судочек? Прогнались для контейнеров. А, ну, ладно. Прикинь, такой маленький, ну, контейнер. 12 гривен. 14 одна. А тебе 12. А, и по глубине, наверное, разница. Да, да. Сразу. Я поняла. А, самое интересное, ты же крышку отдельно покупай. Отдельно за 14 за 12 покупай. Это ты крышку там. Ну, дебилистика, они должны быть вместе. И тут так же самое, видишь, смотри, контейнеры в одном месте, крышечки в другом. Подожди, ну, нет. Подожди, нет, оно все вместе, оно просто входит. Рядышком лежит. Чтобы люди могли смотреть. Салюха. Что у нас с собой? Можно салфеток купить там, слева. И в чемодан закидать? Да, удобно. Добрый господарочка. Стилированная водичка, по-моему, тут. Памперсы. Назад. Так, а что тут по памперсам? Ну, памперс такой, а салфетки такие. Но в таких отделах лучше не покупать салфетки, потому что это именно как детские отделы. В детском отделе они всегда дороже. Если пройти дальше, там, где будут участвовать немножко с химией, там салфетки будут подешевле. Хотя, вот эти, в принципе, это нормально. Для них тут их там 48 гривен, их 100 штучек, или вот эти вот 42, 120, вот эти, наверное, надо брать, 42, ну, редки мы, 120, 70, так открываешь, как кетчуп, ну, такой, да, так, нам надо шестерочка, трусики, смотрите, цены на памперсы, пятерочка, трусики, 48 штучек, 695, а нету? А, вот, нашла. Тут 30. Вот знаете, вот видите, тут вот такой огромный весь. Вот нам бы такой, если честно. Хотя, может, нам не надо такая огромная, мы уедем. Я не знаю, как мы будем, блин, с горшком, с памперсами ехать. Да, конечно, будет весело. О, а вот шестерочка. Две пачечки. Да. А какая цена?
трусики 695, а вот это за маленькую 500. Смотри, вот большая есть. Подожди, ну тут 44. Пойдешь ли далеко? Вадим. 34. А, ну это вообще тогда невыгодно, если честно. Выгоднее маленькую брать. А мы памперсы купили недавно, мы перешли на горшок. Памперсы, да, стало расходоваться меньше. Но купили недавно и сразу тревожный чемоданчик припрятали. И в итоге для улицы памперсов нету. Наверное, надо взять одну упаковку. Так, нам надо шестерочки. Надо смотреть, чтобы точно были трусики, потому что для хлопчики трусики. Потому что я, блин, я не знаю, выбираю трусики, а потом все равно беру обычный памперс. И не знаю, куда их девать. И правильно, все в чемодан. Вот так вот. Сейчас мы и проверим. А вот это что такое? Интересно. А, это для плавания трусики. Это для хлопчики 8-15 років. А, ну это, наверное, есть какие-то, ну, проблемы со здоровьем есть, я думаю, да. Вот Вадику вот эти вот серветки понравились, он тоже их хочет. Вот так же самое, так красиво, как мы кинем. Вадюсь. Угу. Давай. Ну, 86 гривен. 48 штук. Почему 86? 40 гривен. 186. 40 гривен. Снизу. А, ну вон, закидывай. Вот смотрите, свечки ароматизированные, там 60 гривен, 80, 112. Мы когда месяц назад смотрели, их еще можно было, которые по 120 купить, по 50, а сейчас они по 120. Потому что света нет. И очень сильно взросли цены. Боже, я так хотела Кока-Колу. Кока-Колу. Ой, Вадюшек, ну ты прям разумничка. Класс. Ты маме Кока-Колу складаешь? Я не очень люблю колу, но мне так захотелось. А тату Пепси. Ты Пепси хочешь брать? Ты будешь Пепси? А колу можно велику просто взять, а не Пепси? Вадюся. Молодец. Все, понравилось ему все складывать. Смотрите, подарочные. Не, ну это дорого, 129 гривен, 214, при том, что сколько, 600 грамм. Если зайти в сам Рошен, там будет намного дешевле. Пепси. Что, зайчик? Я посмотрел, что это от Кока-Колы можно реально, как ты и говоришь. Ну да. Мышечку. И сюда. Вадим, возьми двушечку колу, Вадюсь. Вадюша, бери колу. Колу. Не закрывай. И тут замочу. А, ты вот так, да? Боже, пойдем. Сейчас я представляю, какая очередь будет на кассе. Не-не-не, там есть касса самообслуживания, там все нормально. Я думаю, пошли, ну пошли. Все, давайте. Двигаем булочками. О, какая-то кола классик фреш. Что, зайчик? Ручка? Что, уже ваш кейс там? Так, какой-то на Тахтаре, господи. 47 гривен. О, ковры. Вон ковры кисюн. Сейчас мы к коврам подойдем, посмотрим. Мы тут брали ковер, который у нас в комнате. И мы на коридор брали про резину, специально там под коляску подобный. И тогда мы по очень выгодной цене брали, а потом мы тут, когда месяца полтора-два назад зашли, они очень дорого стоили, если честно. Вот у нас... Нет, не такой. Вот у нас наподобие такая ворса. Извини, у нас такая ворса наподобие, да? Да, да. Нет, у нас даже побольше. Думаешь? Ну, короче, у нас наподобие такой ворсы, но она, если честно, год-два, наверное, и все. Он больше как для декора. Он стоптанный. Только вот помогает, если этим пылесосом пройтись против этой ворсы. Сколько здесь? 80 на 150. И цена неизвестна. Вот такой 2700 стоит. Смотрите, мне всегда такие нравились. Они как вот пледик такой мягенький. Мне кажется, не знаю, вряд ли у них тафты ворса будут. Но они, я думаю, очень маркие будут.
6-7 тысяч. Они же не выставят. Да. Уже я спал на таком. Такой мне гусенький. А что это такая шкурка какая? Да-да-да, но он вообще такой мне гусенький, прорезиненный. А какой размер, какая цена? Его размер это 80 на 150. А цена где-то будет 2600, вот. Нашла цену, нашла. 2600. Сколько? 2600. Скажешь, на видео Вадюся, посмотри. Вадюся. Боже, бежит. Вот это более как стандартные такие ковры. 320. Такая ворса. А, 730 вот такой. Нет, это не как у нас вообще. Ну, у нас побольше, конечно, но этот по качеству не очень, но дороже. Вот этот такой, я не знаю, это раз еще типа кинуть в доме каком-то. Но мне такое не нравится. Я вообще не любительница, когда ковров. Ой, смотри, Кисюня. Обалдеть. Вадюша, Кися. Сейчас тест-драйв уже пополни, прошу. Смотрите, вот такой, конечно, в центральную к нам в комнату. А ну сколько он? О, ага, он 1.60 на 2.30. А, нет, он 2.4 на 3.4, 12 тысяч гривен. Так, ну тут ворса такая крупная, как бы, и плотная, вряд ли оно так стопчется. Нет, 2.4 на 3.4. Но прикинь, как его надо хорошо содержать, да? Видишь, вот эти, как по-старому этому. Да, а тут вообще... Ну, вот это, конечно, да. Хочешь поновее, пожалуйста, 12, хочешь постарее, 4 тысячи. Вот такое прям. Есть это 4400. Ну, такое какое-то есть, но не знаю. Но мы сейчас точно ковер покупать не будем. Мы никак ремонт не можем сделать, дай бог война закончится и сделаем. Такой, в принципе, симпатичненький, светленький. Да он тут сколько? 800? Это 800 за что? Это же не за штуку, а это за квадратный метр 800. Так, вот тебе надо, взял, отрезал дорожечку. Он там отрезает. Там еще, ой, смотрите, тоже такая вот. А, ну не, мне такое не нравится. Это 2300. Вот такое еще какое-то. Нет. Вон мы к дверям прошли. Вот такие двери. Вот такие. Ну, это межкомнатные. Да, это межкомнатные двери. Блин, а как сейчас все подорожало. Вот так вот оно выглядит. Просто посмотрите, газовый баллон по 120 гривен, это сейчас самый дешевый. Мы пришли на кассу, уже сейчас будем стоять в очередь. А, да. Вот, берем чемоданы, все, что мы вообще запишем. Будем не знать, что у нас сейчас нет света, надо будет, чтобы Влад прошел. Блин, поднялся по ступенькам, будем с чемоданами, пойдем. И мы пойдем гулять дальше. Еще немножко осталось.